Великомученик Феодор Стратилат жил на рубеже 3-4 веков. Он был родом из города Евхаит в Малой Азии. Храбрость Феодора стала известна многим после того, как он убил громадного змея, жившего в пропасти в окрестностях Евхаита. Змей держал в страхе всю округу. Феодор, вооружившись мечом и молитвой ко Господу, победил его. За отвагу его назначили военачальником, или по-гречески стратилатом, в городе Гераклеи. Он сочетал свое ответственное воинское служение с апостольской проповедью Евангелия среди местных жителей. Горячая убежденность Феодора, подкрепленная личным примером христианской жизни, многих привела ко Христу. Вскоре почти вся Гераклея приняла христианство. Феодор пострадал за веру в 319 году, когда свое преследование христиан начал император Ликиний. По преданию, Феодор пообещал императору принести жертвы богам, а для этого попросил собрать в Гераклее все их золотые и серебряные изваяния. Когда желание это было исполнено, Феодор разбил статуи на куски и раздал серебро и золото нищим. Защищая своего военачальника, горожане восстали против солдат императора. Но Стратилат добровольно предал себя в руки мучителей.